Ну вот, я подошел к завершению шпаклевочно-штукатурочных шкуровочных работ. И так выглядит последняя комната. Она сейчас пустая, я все ее сюда вынес. И все подготовлено для покраски. Прошпаклевано, все прошкурено. Протер влажной тряпкой все стены. Прокрасил углы. И сейчас начинается процесс покраски. Праймом, который обеспечит хорошую пленку на поверхности драйвола. И впоследствии это позволит краске, непосредственно краске, уже ложиться очень ровно и аккуратно. Ну и вот так комната выглядит после покраски праймом. Беленькая, чистенькая, аккуратненькая. Сразу стало просторней, светлее. И теперь все готово для укладки, покраски непосредственным цветом.